Бабье лето продолжается. Благоприятная солнечная погода ждет жителей Люберец и всего московского региона. Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют предстоящие выходные без осадков. Субботний день ясный. Столбик термометра поднимется до отметки 13-14 градусов. В ночь на 10 октября может подмораживать. Градусник покажет до минус 1. В воскресенье ожидается до 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление в выходные 765 миллиметров ртутного столба. Такая погода комфортная для прогулок на свежем воздухе. Самое время полюбоваться осенними пейзажами в городе и на природе.